Друзья, приветствую вас. Я нахожусь в аэропорту Праги. Сейчас вот мы прилетели из Испании. В час ночи у нас самолет приземлился. И нам дальше нужно ехать на железнодорожный вокзал. Вот у кого такая ситуация, что вот дальше нужно куда-то ехать. От терминала ходит автобус до железнодорожного вокзала. Сейчас я дальше вам покажу. Показываю этот терминал 1. Выходите на улицу. И сразу остановка. Здесь крайняя. Написано АЕ. Аэроэкспресс, кажется. Ну, я сейчас покажу сам автобус, когда будет подходить. В 2:37 он уходит. И идет прям до главной надрежи. Вот и наш автобус пришел. Садимся и 40 минут едем. Билетики можно у водителя купить или в самом аэропорту. Была рада, что кому-то помогла своей информацией. Пока-пока, до связи.